спасибо вам. Ну, мы говорим здесь о золотых, старших золотых, сапфирах, бриллиантах, МАЦ. Но хочется все-таки больше инициатив для директоров. Потому что директора для нас очень важны. Очень важны. Их больше нужно поддержать. Что есть, МАЦ? Согласны? Да! Уровень директора. Это, конечно, очень важный уровень плана успеха. И действительно хотим, чтобы каждый менеджер был мотивирован стать директором. Поэтому хочу объявить следующую горячую новость, господа. Давайте. Директору более привлекательным, более быстрым. Мы хотим, дамы и господа, запускать новую программу для менеджеров. Мы хотим запускать экспресс-программу для директоров. Работать таким образом. Менеджер, открой звание директора. Подтверди его, сейчас каталогу потратить, вы уже тогда получите свою премию $1000, дамы и господа. Как вам? Ух, вот это новость. Отличная новость. И это еще не все. Это еще не все. Потому что сделайте тогда, сейчас каталогу потратить, получите премию. Повторите. Повторите еще 6 каталогов подряд, и вы получите еще $1000, дамы и господа! Сейчас нужно получить $2000 по дороге, чтобы стать директором, как премия. Ну как вам это? Отличная новость, Макс. Просто супер, аплодисменты! Ориентируемся, чтобы наши менеджеры стали директорами. Потому что мы знаем, только что видели, что самое интереснее впереди европейский доход, европейский стиль жизни. Мы, конечно, хотим, чтобы каждый менеджер стал директором. И чтобы каждый директор стал золотым директором.